Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 3, секция 7, упражнение 153, Work in Pairs. A. Ask your classmate which books by British or American writers they have read recently. Use information from exercise 152. Работа в парах. Узнайте у одноклассников, какие книги английских и американских авторов они недавно прочли. Используйте информацию из упражнения 152. Example. Have you read The Adventures of Tom Sawyer? Yes, I have. Либо Yes, I have read it recently. Либо No, I have not. Либо No, yet. То есть ответ все зависит от того, прочитал человек эту книгу, либо не прочитал. Ты читал «Приключения Тома Сойера»? Да. Либо Да, я недавно прочитал. Либо Нет. Можно ответить Нет, пока не читал. Вот что у нас получилось. Have you read Romeo and Juliet? Ты читал Ромео и Джульетту? Yes, I have. I also watched the play in the theater. It was amazing. Да, я также посмотрел пьесу в театре. Она была восхитительна. Me too. Have you read The White Fan? Я тоже. Ты читал Белый клык? No yet, but I'd like to read it. Have you read The Hobbit? Еще нет, но я бы хотел прочесть. А ты читал Хоббита? No, I have not. Нет. This is a pity. It's worth reading. Очень жалко, его стоит прочесть. Теперь переходим к части B. Compare your and your classmates' reading tastes. Сравните ваши вкусы и вкусы ваших одноклассников. Example. Олег and I have read... Recently, I have read, but Олег has not read it yet. Олег и я прочли недавно. Я прочел, но Олег пока не прочел эту книгу. Well, давайте придумаем пример свой, основываясь, например, из учебника. My classmate and I have already read Romeo and Juliet and have watched the play, but he hasn't read The White Fan yet. In my turn, I have not read The Hobbit. We will exchange the books and read them next week. Мой одноклассник и я прочли Ромео и Джульетту и посмотрели пьесу, но он еще не читал Белый клык, а я, в свою очередь, не читал Хоббит. Мы обменяемся книгами и прочтем их на следующей неделе. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.